Всем привет, с вами Пеннипредс, и это 29-й день челленджа, то есть предпоследний день челленджа. Завтра на стримчике будем финалить, будет 30-й день. Вот. А сегодня у нас только 29-й и понедельник, это значит самое время объявить старт воскресного розыгрыша. На этой неделе у нас участвуют три лота, статрековские новые, три статрек. Новые участвуют в розыгрыше на этой неделе, в воскресенье. И что вам нужно сделать, чтобы стать обладателем одного из этих скинчиков? Нужно быть подписчиком канала от одной недели и более, поставить лайк именно этому видео и написать комментарий под видосом минимум из 5 слов. Выполнить всего лишь навсего несколько простых условий, а в воскресенье на стриме забрать свой скин. Присутствие обязательно. Вот. А я залетаю на изик и пытаюсь, блин, откуда у меня крошки на ковре, на коврике для мыши, пытаюсь что-то сделать. В общем, у меня первый кейс еще недоступен, второй кейс уже недоступен. В общем, все как всегда, фрикейсов нету, я их буду крутить вне видоса, поэтому, зато у меня был бонус, кстати, вот, выпало два скина для контракта, два скина выпало. Посмотрим, в общем, что из этого выйдет. Начинаем, как обычно, со случайно засекреченного. Цель — выбить скин дороже 200. Дороже 200 выбить скин. И вок. Вок! Да! Все. Сочно. Ну, слушай, больше... Значит, это значит, что я... О, мне маленечко осталось до 20 тысяч. До 20 тысяч осталось совсем чуть-чуть. Теперь летим в ширпу. Ширпу. Вок. Ну, конечно, мог бы вок и подороже стоить. Какой-нибудь статрек прямо с завода мог бы выпать. Вот. Но выпало, что выпало. Так. Ну, главное... Блин, главное, кейса купили. Что ни странно. Не супер лютый какой-то дроп, конечно, был, да, то есть, и все же кейсика купили, это хорошо, ебаный в рот. У меня тут музыка играет, а здесь-то я ее не включил, а сейчас я ее включу, чтобы вы тоже слышали, а то подумаете, что я тут буду. О, теперь вы музыку слышите. То есть, потом подумаете, а что он тут вообще головой там кивает, что он там, типа музыка, что ли, у него играет, ага. Да, у меня типа играет музыка, представьте себе, у меня типа играет музыка. Ох ты, чтоб ты. Чё так? Чего, блядь? Песчаное напыление за 46 рублей. Удивил так удивил. Хера себе, блядь. Песчаное напыление за 46 рублей. Вот это ты меня удивил. Странненько прям. Я аж не ожидал. Нова? За 39. О, это для апгрейда однозначно есть. Ну, я-то думал, рублей за 500, конечно, будет. Но, тем не менее, фиолетовая. По-моему, за 2 недели, сука, выпала первая фиолетовая. Ну, это прям... Я в ахере, конечно. Я прям в ахере. За 2 недели первая фиолетовая, я, конечно же, прибалдел сейчас. Ну, я не знаю, наверное, сегодня я контракт не буду делать. Не буду, наверное, сегодня делать контракт, потому что... Ну, может, и буду делать, не знаю, что. Даже не знаю, что сделать контракт или не сделать контракт. Ну, вот до сюда, давай. Опа, два ножа, хер-то там, да. Фух. Опять песчаное напыление. Сколько? За полтос опять? Что случилось? Я не понял. Что? Почему они столько стоят? Почему песчаное напыление стоит столько? Это что за херня такая? Они что, блядь, в цене выросли или что? Что произошло-то? Дезертикл! Сасамба! Сасамба! Кто тут топ? Я тут топ. Чихуя себе, блядь.
Я честно, я сейчас в ахуе. Нахуй. Я думал, меня все конкретно. Изидроп говорит, иди там. Шлифуй там бибу, блядь. А вот тут-то тебе еще цифровую сетку дает. Вы че такое? Че происходит? Че целая цифровая сетка? Еще даже на один есть открыть. Охереть. Нихуя себе, это 2 недели не падало. 2 недели не падало. Слушай, ну 20-ку я сделал. Еще ночные операции? Че за хуйня сегодня творится? За 30 рублей еще скин выпал. Охереть. Охереть. Так, ну-ка давай-ка мы сейчас глянем, что у нас тут вообще есть. Вот. Вот что мы выбили сегодня. Вот, 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 вот. Я, блядь, уже давно столько дроп. Блядь, Desert Eagle за косарик. Это за 1150. 1150. Это вам не хуй собачина. Ну-ка, сколько у меня Desert Eagle до этого? А у меня Desert Eagle за такой день, за такие деньги не было. А, нет, доступны. Нет, вот так вот надо сделать. Какой у меня Desert Eagle был? А у меня за косарь Desert Eagle не было. Вот так-то. Вот так-то. Не было за косарь Desert Eagle. Так, давай тогда мы, знаешь что, залетим в контракты. Контракты, в контракты. Для контрактов у меня есть вот эти два скина. Вот эти два скина. И сюда мы закинем еще самый дешевый. Самый дешевый. На 97 рублей у нас в целом контракт. Посмотрим, что отсюда получится. Какой завиток, захренок. Что получится. Сука, это чё за намек у... Охуеть. Это чё за грязь сегодня происходит? Это чё творится вообще? Я не понимаю, это... Подожди, я охуею. Апгрейды. Ой, подожди, зачем апгрейды я залетел? На, я хочу в контракты, контракты, вот. Да, блядь. Подожди, а где историю контрактов? А, вот контракт. Вот так вот, посмотрите. Сколько? 97 за 382. Это по максимуму, что ли, получается, да? То есть, это, считай, максимально залетело. X4. То есть, это, считай, залетел максимальный контракт. Нихуя себе сочно. Вот это сочно. Давай сейчас мне еще апгрейд какой-нибудь выдай. Но у меня в апгрейд всего... А, у меня в апгрейд всего 2 пушки, ребята. У меня для вас, как бы... Плохие новости. Всего 2 пушки для апгрейда у меня есть. Всего 2 пушки для апгрейда. Ну, сегодняшнего. Сегодняшнего апгрейда. Всего 2 пушки есть. А завтра, конечно, уже по полной. И завтра по полной будем делать. И смотреть, что получится. Red Gay. Так, вот элитное снаряжение. Или синий ламинат. Или ролл. Не, вот давай вот тебя. Вот эту вот. АВП, элитное снаряжение. Нет, не залетело. Не залетело. Не залетело. Так, все. Сегодня для апгрейда больше ничего нету. Ну что, сегодня я сочно прям поднял. Сегодня я поднял сочно, считаю, да? То есть вот. 2 косаря. Сегодня примерно 2 косаря у меня получилось. Вот 320, 300, это вот это вот. 700. Ну, чуть... Ну, плюс если вот это пиндень, то есть примерно 2 косаря сегодня сделано. Охуеть, охуеть. Ну что, ребята, в общем, завтра будет самый сок, завтра финал. Сколько у нас на все? Ну все, 21, 326. У вас есть там, не знаю, там один день, чтобы сделать ставочку и узнать, сколько же будет на балансе завтра. В общем, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч.